Свое 15-летие академический колледж отметил в Международном инновационном университете. Место выбрано не случайно. Эти два заведения не просто плотно сотрудничают. Академический колледж входит в структуру МИУ. Основная часть выпускников свое высшее образование получает именно в этом университете. Бессменным же руководителем колледжа все эти годы является почетный работник среднепрофессионального образования профессор Ашот Кагасян. Колледж востребован сегодня, и мы занимаемся нужным делом для нашего города и страны в целом. Сегодня колледж располагается в 4 корпусах самостоятельных, в своих корпусах. У нас своя материально-техническая база. Поздравить академический колледж с 15-летием пришли выпускники, директора образовательных учреждений города, депутаты. Начальник же управления образования администрации Сочи отметила, что академический колледж все эти годы успешно готовит специалистов с учетом потребностей и города, и края. 15 лет работы, 3000 выпускников по 5 специальностям. И особенно важным для города, как гостиничное хозяйство, ландшафтное оформление. И все это академический колледж. Желаю ему процветания и долгих лет жизни. Сегодня копилка наград колледжа пополнилась и почетной грамотой от Государственной Думы. Директору колледжа ее вручил президент МИУ, заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы Российской Федерации Михаил Берулава. Мы с гордостью можем сказать, мы с вами реализовали блестящий проект создания академического колледжа в городе Сочи. От имени членов Комитета по образованию Государственной Думы я вам говорю огромное спасибо за ваш большой труд, титанический труд. И горжусь, что Ашот Саратович мой ученик. Сегодня академический колледж выпускает высококвалифицированных экономистов, специалистов в области гостиничного сервиса, автомобильного транспорта, садово-паркового и ландшафтного строительства. Кстати, студенты-ландшафтники готовы принять участие в волонтерском проекте и взять шефство над сочинским Арбатом. Ребятам предложили отвечать за убранство улицы Новогинской. В перспективе же колледжа увеличение спектра специальностей. А участие в праздничной программе приняли не только студенты, но и их родители. Взяли в руки микрофоны в такой знаменательный день и сами педагоги во главе с директором академического колледжа. Габешия, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.